такая вот еще голубятня с вольерчиками. Маленький вольерчик, то есть ледка. Ледка и вольерчик маленький. Немцы всегда оно так сделано. Заходишь, посередине коридорчик просто, чтобы корм поставить или еще что-то. Либо одна голубятня, то есть один отсек всегда. С гнездами, окошки. Ну, это как всегда, вытяжка в потолке. Второй отдел просто для летных. Тоже такая же вытяжка. Это огромные гнезда, двухэтажные, чтобы сверху стояло, снизу стояло гнездо. Эти гнезда потом ящиками стоят. Одно гнездо, двухэтажное, одно снизу, одно сверху. Вот стеклянное, еще, что ли? Не знаю, да. Вот еще вольерчик. А у него вон ледка как сделана, вон. Как они запрыгивают назад, прикольно. Цену покажи, какая цена у него. Сейчас. Вон у него ледка, и они вовнутрь запрыгивают. Ну, наверное, метров 5. Вовнутрь зайди, покажи. Решетка внизу. Видишь, чтобы не вылетели, она так закрыта. Внизу щуплятки, вообще классно. Так заходит. И плюс вот это закрывается на под стеклом, смотри. Ну да. Она это под пластик. Пластик вообще классная. Высшая.